Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Doom Bat. Ну что ж, поехали. Так, у нас здесь осталось пройти всего лишь один уровень, но я не буду рисковать, потому что я уверен, что не пройду. А вот это у нас новенькое, да? Давайте-ка посмотрим, я ведь помню, что проходил, но не помню, что здесь именно. По-моему, здесь будут с воды на нас идти враги. Сейчас проверим. Так, ну что, для начала мы возьмем с вами пики, возьму гарпун, возьму вот эту вот ловушку, точнее токсичные капли, можно их так назвать. Возьмем с вами генератор энергии и щупальцы. Да, именно щупальцы, при всем этом мне нужен миньон. Ну что, ребята, давайте смотреть. Угу. Все, я понял. Оу, да, здесь, ребята, уже две принцессы. И здесь один вход в данный момент пока вот здесь вот. Ну, вы видите сами прекрасно все. И они будут идти. Здесь поначалу все будет легко и просто. Так, щит мы у него забрали. А нет, маску мы у него забрали. Я представляю, да, рыцари, которые ползут с морского дна за принцессой. Ой, погоди-ка, я тут смеюсь. Генератор-то мне нужен же, елки-палки. Тут, кстати, смотрите, ребята, есть балкон, значит, 100 пудов враг может сюда присоединиться. Поэтому нам нужно быть на готове. Так, и не забываем, что две принцессы, две лестницы, то есть нужно смотреть и там, и сям. Ага, стоило только мне сказать, ребята, и вот, пожалуйста. Как говорится, получите. Так, надо везде, ребята, на лестницах ставить ловушки. Ё-моё. Так, секунду, секунду, вот сюда мы поставим вот так. Один миньон, наверное, у меня, ребята, здесь не справится. Ох, ё-моё, ты посмотри, какая орда здесь прёт. Давай, наверное, еще одного миньончика здесь влепим для нашего успокоения. А где у меня... У меня что, ни одного генератора нету? Это с какого же лешего-то, ё-моё? Генератор обязательно должен быть. Вот один, вот второй, да? Так, щупальцы, щупальцы! Так, погоди, давай гарпун, наверное, тогда сюда влепим, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо вот сюда, ребята, срочно нам поставить ловушки. Миньон, ты куда побежал? Эй, дурила, дурила ты! Ты что ж делаешь-то? Ой-ой-ой, ребят, по-моему, сейчас принцессу мне похитят. Похитят или нет, как думаете? По-моему, успеет взять ее, да? Хе-хе-хе-хе, нет, он не успел. И, как видите, мы с вами, фух, уцелели. И принцесс, как говорится, не отдали никому. 300 монет мне золотых дали. Но это мало, согласитесь, 405. Мне надо улучшить. А что нам можно улучшить? Так, у меня щупальцы полностью улучшены. Здесь пока я ничего не буду делать. Слушай, если только лишь улучшить копья. Ладно, хорошо, ребят, я улучшаю именно копья, пики. Ну что, поехали, наверное, сразу же попробуем второй уровень пройти. Тут тоже будет сложновато. Смотрите, что здесь, какая подколочка есть. Давай сделаем так. Ага, они вместе, практически все на одном этажике стоят у нас, принцессы, да? Отлично, давай вот сюда вот так поставим с вами. И вот здесь, ребята, опять же у нас мостик. Опять мостик, соответственно, они будут сейчас бежать и здесь. Поэтому тут нужно хорошенько тоже нам с вами... Оу, ё-моё, пляжник бежит. Или как его, серфер лучше назвать, наверное. Да, наверное, будет так лучше звучать. Он крепкий тоже, ребята, это типа Супермена, можно так его назвать. Тоже довольно крепкий юнит, но не стоит забывать, ребята, что вот здесь вот тоже лазечка есть. Нам нужны генераторы, нам нужно много генераторов, чтобы... Так, ага, вот мы и дождались того самого момента, где они будут идти. Они уже идут. Они уже идут, поэтому сюда я поставлю миньона. Сюда же нужно поставить, ребята, шипы в обязательном порядке. Эй, да ну! Вы вот сейчас серьезно, что ли, это все? Ребята, они не шутят, походу-то дело. Совсем не шутят. Так, погоди, я ж бедно растерялся, я даже не знаю, за что мне тут схватиться. Так, серфер этот бежит. Сюда мы поставим, наверное, вот сюда еще одну щупальцу, да? Так, ты смотри, что тут происходит, ребят. Он стоит, он уже бьет эту. Генератор мне. Как это я его так пропустил-то, эй? И как он вообще действительно умудрился тут пройти? Кто мне это подскажет? Это непорядок, такого не должно быть.
Это говорит о том, что, ребята, у меня здесь слабая защита на самом деле. Раз он, извините меня, успел пройти вот сюда вот в дверь. Фух, спасли, спасли, все отличненько, все хорошо, все четко, ребят. Я просто до того увлекаюсь игрой, что даже не смотрю, сколько у нас там врагов, что будет. Так, 300 монет, я получил общее количество 340, и, наверное, мне получится? Нет, не получается, ребята, мне ничего улучшить. Давайте, наверное, мы с вами откроем заморозку. Заморозка действует таким образом, что... Если мы ее ставим где-нибудь там на проходах, на ловушках, она замораживает врагов, и они очень-очень медленно начинают ходить. Так, генератор, наверное, вот сюда влепим один. И начинаем. Я не помню, откуда ребята они пойдут в первую очередь, поэтому и сюда. Ага, все, я вижу. Начинается и с двух сторон сразу же. Ах, вы жулики, вы охламоны. Так, давай, миньон, только не туда беги, пожалуйста, только не сюда. Да куда ты бежишь? Да кого-то увидел-то впервые? Да ты должен... Давай. Отлично, успел поймать. Так, нужен еще, ребята, один генератор. Вот сюда я его поставлю. Также мы поставим сюда с вами ловушку. Надо вот сюда, ребята, вот так вот влепить, чтобы кислота их травила постепенно, понимаешь? Вот они ползут, и кислота им на голову капает. Естественно, тут также нам нужны будут ловушечки. Это в обязательном порядке, ребят. Вот так. Так, бегут, да? Главное, чтобы не успели они зайти вот в эти, ребята, двери. Блин, серфер ползет. Серфер ползет, ребята. Что там за звук такой? Оу, тут у нас вон даже как наверху, ребята, что происходит. Угу. И ниндзя, и все дела. Значит, говорит, надо вот сюда гарпун влепить. Они же, по-моему, еще сверху будут ползти, если я не ошибаюсь. Да, тут, ребята, только стоило сказать. Ну, как ты... Слушай, а я не подготовился к этому моменту, к сожалению. Знаешь почему? Потому что, ребята, вот они сейчас сюда как раз и спустятся. К нашей принцессе. Ага. Вот я дурил это, не подготовился к этому делу. Я поздно просто увидел. На самом деле... На одних миньонах, я не знаю, получится ли у меня здесь выстоять... Я, конечно, постараюсь. Что там бомбит-то? Кто там все у меня разрушает? Эй! Тихо. Ты куда это разогнался? Эй! Гаврюша, ё-моё! Давай отсюда вали! Блин, еще один, ребят. Вот я вам про это и говорил. Фух, ну я чудом выжил. Сколько я получаю денег, ребят, за это все дело? 400. Уже хорошо. Я, наверное, сейчас пока ничего... Или... Нет, давайте мы с вами апгрейдим полностью уже, как говорится, эти пики. Смотрите, они стали золотыми. И стадия четвертая у нас начинается. Так, есть здесь немножко, ребята, место, где они могут идти. Так, хорошо, начнем, пожалуй... Ага, вот как даже, да? Даже вот так вот все у нас. Все намного хуже, ребята, чем я ожидал, если честно. Давай так попробуем сделать. Но здесь тоже не стоит забывать... Устанавливает ловушки. Вот куда вот он бежит? Он бежит, ребят, сюда. Он бежит сюда, поэтому его миньон должен обязательно ловить. Два миньона, на всякий случай. Так. Нам нужен генератор еще один. Я его поставлю, пожалуй, вот сюда. А кто? Где? Что? Блин! Серьезно, что ли? Меня, ребят, кажется, подловили. Да, вот, единственное, я не увидел, ребят, вот именно, что здесь тоже есть вход. Так, давайте мы тогда сделаем, знаете как? Я даже не знаю, как тут лучше сделать, если честно. Знаешь, что вот тут рано или поздно тоже пойдут охламоны. Кто там что ломает? Оу, еще и серфер здесь. Еще, ребята, и серфер тут у нас идет. А он где вылезет? Посмотрим, с какой стороны. Ага! Он вылазит вот тут. Соответственно, ребята, он вылезет сейчас. Он к принцессе бежит. Твою ж дивизию. Что мы можем с вами сделать? Мы можем использовать вот так вот с вами. Супер удар. Мне пришлось просто сделать. Я не хочу, ребят, переигрывать. Вы прекрасно это понимаете. Я знаю, что в дальнейшем мне будет все намного сложнее, чем сейчас. Ну куда ты прешь? Ну вот куда ты прешь, а? Ну, я, по крайней мере, хотя бы хоть здесь немножечко успею подготовиться к этому делу. Опа, или не успею.
Ты смотри, что происходит-то. Эй! Давай, лови, 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 лови. Ты посмотри, что тут происходит. Они со всех сторон бегут. Их тут просто тьма. Давай, я не знаю, как у нас тут, ребята, будут обстоять дела. Но мы должны противостоять. Вот тебе, ребята, и результат. Я принцессу не удержал. Ее какие-то ниндзя похитили. Ну, убежать они с ней не убегут. Это уж я вам точно говорю. Потому что сейчас им будет тут кранты. Но бонус я в полной мере не получу. И вот это меня расстраивает, если честно. Ну, плохо я подготовился, на самом деле. Я вот за этой принцессой смотрел, а похитили ее вот здесь вот, ребята, в совсем другом месте. Понимаешь, к чему я? Слушай, я могу даже и тут не успеть, если честно. Эй! Эй, куда, Габрюша? Стоять на месте! Да. Жалко, конечно, обидно мне, ребята, то, что я потратил суперудар, и тем не менее я не смог спасти принцессу. Ну что же, я не знаю, будем переигрывать? Или же мы с вами можем... Кстати, мы можем с вами выбрать, например, другой этап. Смотрите, вот этот вот. Это у нас в космосе. Здесь тоже такие враги. Ну, сейчас, короче, вы все это увидите. Будем, короче, проходить первые стадии. Нам нужно, ребята, в первую очередь очень хорошо развиться. Нужно очень много денежек для этого всего, чтобы мы могли с вами прокачаться хорошенько. И после этого у нас все будет нормуль. Нам нужно, вот, скажу вам, миньон электрический. И нам нужен миньон, который умеет стрелять. Это в обязательном просто, ребят, порядке. Так, ну что же, мы видим, да, что у нас вот тоже принцесса здесь, как всегда. Они бегут сверху, они бегут снизу. Сейчас будем смотреть, начинается все у нас снизу. Хорошо, мы поставим с вами вот так вот гарпун. Поставим миньона и поставим, ребята, конечно же, генератор. То есть надо за этим всем делом, ребят, следить, потому что они будут здесь вообще в наглую. Надо и вверх, и вниз контролировать. Ага, вон они еще и снизу поперли. Вот именно про это я вам, ребят, и говорил. Они поперли еще и снизу. Ладно, мы будем их как-то тут, я не знаю, сдерживать, пытаться сдерживать. На первом уровне здесь все довольно легко и просто. Простые, как говорится, рыцари. Никакого укрепления. Эй, 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 ты куда разогнался? Эй, посмотри, смотри, что происходит. Ребят, смотри, что происходит. Он себе спокойненько бежит, у него лазерный меч. Давай сюда поставим миньона. Я надеюсь, он хоть как-то мне здесь поможет. И, наверное, вот сюда поставим мы генератор. Вот, ребята, вот эти вот самые противные. Они бросают какую-то гранату. И эта граната блокирует все наши ловушки. Просто они становятся неэффективными. Они вообще ничего не делают. Нет, так ничего. Блин, ты посмотри, вон он бросает, ребята. Вот, видите, бомбочка полетела. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Не знаю, ребята, что получится. Я буду, конечно, стараться. Миньон. Блин, с двух сторон бегут, а. Блин, с двух сторон, ребята. Ну, ловите, 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 ловите. Есть, мы его закусали, этого пришельца. Ну, космического, так скажем, рыцаря, да, можно так это назвать. Ага, вон сверху бегут, я вижу. Давай вот сюда вот мы ловушку поставим. Мне кажется, на одном генераторе как-то жидко у нас все, ребят, выходит это, на самом деле. Надо их побольше здесь поставить. И все подступы к принцессе, естественно, надо заблокировать как можно больше. Ловушек влепить. Так, бежи, да, хламон? Ладно, хорошо, давай сюда вот еще поставим шипы. Так, миньончики, ловите. Отлично, ребята, мы здесь спасли. Так, сколько нам дадут денежек? 200? 400? Оу, ребят, 700 у меня уже. Все равно этого мало, наверное, да? Нам нужна 1000 для электрического миньона. Ладно, поехали дальше. Не будем пока ничего здесь улучшать. Ресурсы нам очень нужны. Вот этот генератор, ребята, он дает нам свет. Если его вырубят рыцари, то мы останемся без электричества. То есть мы с вами не будем видеть, что здесь будет происходить. То есть играть в потемках. Согласитесь, это не есть хорошо. Так, вот он бежит, первый охламон. Давай сюда поставим свою ловушку. Так, принцесса здесь у нас одна. Пока одна, по-моему, здесь будут тоже их две. Но куда он идет, я не могу понять. А, проход здесь, да? Здесь вход, выйдет он, скорее всего, вот здесь. Да, выйдет он, скорее всего, вот здесь, ребята. Значит, он поднимается потом будет наверх.
Бросает бомбу, бросает бомбу. Я надеюсь, не сюда. И тут еще присоединяются. Так, ладно. Давай попробуем вот так вот с вами сделать. Вот этот подступ нам желательно бы, ребята, как-то заблокировать. Оу, смотри, что происходит, ребята. Они бьют мой генератор. Если они его отключат, мы останемся без света. Как я вам говорил, мы не сможем с вами видеть, кто и что здесь будет делать. Кто ползти. Вот они что делают. Давай жмем, жмем, жмем быстрее. Нам нужно накопить электричество. Для этого нужно кликать. Так, так, так. Давай сюда вот поставим ловушку. Оу, еще и робот ползет. Твою же маковку. Так, давай робота этого уничтожать. Отлично, мы его подбили. Роботеку этого. Ну, радоваться, как понимаете, еще рано. Ловушку сюда поставим. Так, генератор. Давай сюда еще один генератор влепим все-таки. Так, внизу бегу, да? Космические эти рыцари. Я вот сюда, ребят, поставлю копья. Так, шлем снимаем. И вот, я думаю, сюда гарпун очень даже хорошо зайдет. Так, сверху пока еще никого нету. Это как-то удивительно для меня, что сверху никто не ползет. По идее, они должны уже тут начать свое движение. Давай, 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 давай. Кликаю, кликаю, ребята, кликаю. Ух, спасли. Мы с вами спасли и прошли все идеально. Должно дать нам, да, 400 монет. Кстати, это очень хорошо. Мы можем с вами купить миньона. Вот этого миньона электрического. Поверьте, он хорош. И увидите потом, какая у него соль. Ну, сейчас я его брать не буду, потому что он не прокачанный. Так, секунду, что у нас тут происходит? Ёлки-палки, сколько этажей? Сколько тут, ребята, этажей для них в свободном доступе? Ты понял? Вот так вот, ребята. Ладно, начнем тогда уже наше веселье, если это так можно назвать. Опа-на! Вот этот космический, блин, рейнджер. Тоже хламом еще тот, серьезно вам говорю. Так, давай вот так попробуем. Сверху-то там никто не идет, пока нет, вроде бы. Так, теперь они будут отсюда переть, да? Угу, идут. Идут аглоеды. Так, давай я сюда миньона поставлю на всякий случай. У меня один генератор? Нет, у меня два, но этого мало, по-моему, мне кажется. Так, давай вот так вот сделаем. Сюда нужно кислоту, ребята, влепить. И сюда, по идее, с двух сторон. По идее, с двух сторон. Или же можно сделать вот так вот. Гарпун и плюс генератор. Вот так тоже как вариант пойдет, ребят. Вполне. А что он там завис, дурило? Смотрите, что-то он там завис. Ну еще лучше, блин. Ну еще лучше, потому что... что делать? Что делать? Как быть? Миньон, где ты? Вот, родной мой миньон. Ну это уже, конечно, пипец. Это уже, ребят, пипец, потому что... Смотри, что происходит. Они сейчас будут со всех щелей идти. Они будут здесь генератор мой бомбить. Это точно я говорю. Он уже ползет. Смотри, он уже ползет, и его почему-то никто не может задержать. Нет, все-таки мы его подбили. Очень-очень напряженная игра, согласитесь, ребят. Я тут как белка в колесе, не знаешь, за что мне просто-напросто схватиться. Я просто в шоке. Серьезно вам говорю, просто в шоке. Я еще и здесь побежали, да? Теперь еще и сверху. Как мне тут одному за этим всем, блин, извините, ребята, уследить? Я стараюсь изо всех рук, ног. Спустился, да, на землю грешную? Ладно, хорошо, там еще один бежит. Давайте поставим ловушку для следующего хотя бы. И поставим вот сюда вот генератор. Жесть какой-то. Так, мне бы, конечно, бы не помешал бы, на самом деле. Тут бы еще гарпун. Гарпун я вот сюда, наверное, ребята, влеплю. Эта дверь куда ведет? По-моему, вот сюда, да? Или вот сюда? Нет, она вот сюда ведет. Да, ребята, она идет именно сюда. Поэтому давайте пытаться как-то защищаться от всех этих хамов, которые хотят украсть у нас принцессу. Я не должен этого позволить. В этом вся наша соль и жизнь игры, чтобы не отдать принцессу им. Да, мы прошли с вами идеально. По идее, да? Сколько нам дадут денег? 500. Хорошо, 500. У нас 630. Я, знаете, что могу? Я могу, ребята, прапать себе вот этого миньончика немножко. Так. И один, да? Значит, один раз только прапал. И что же нам
Куда нам его влепить? Слушайте, пока не знаю. В данный момент он мне не нужен, если честно. Давайте еще один уровень быстренько с вами пробежимся. Попробуем здесь с вами выстоять. Так, что за тишина? Где, откуда попрут? Ладно, пока никто нигде не идет, я буду, ребята, выставлять генераторы. Я сразу, наверное, две штуки вот сюда вот рядышком поставлю. Где, откуда? Я не могу понять, откуда идут. Ага, сверху. Сверху, значит, бегут. Ладно, лестница здесь. Сюда же быстренько меня... Еще откуда-то? Погоди, я не понял. Ага, робот там еще ползет. Он пойдет вот в этом направлении, да? Как-то вот так вот мы с вами сделаем это все дело. Давай еще одного миньона влепим. Куда ты бежишь? Он, ребята, бежит отключать генератор. Но не тут-то было. О-оу, о-оу. А вот на это я не подписывался, если честно. Я на это не подписывался. Хватит тут уже тут выделываться мне. Так, давай, миньон. Ну ты один, ты навряд ли тут справишься. Слушай, тут пипец что творится. Ты посмотри, они со всех абсолютно, ребята, уголков прут на меня. Ой-ой-ой-ой-ой. И как мне тут, извините меня, защищаться? Как? Где мои генераторы? Вот они. Куда он? Этот ниндзя бежит. Я понял, куда он бежит. Я понял, куда этот ниндзя бежит, блин. Уничтожать этот генератор световой. Ты посмотри, что происходит, ребята. Неужели он... Да, он похищает, ребята, принцессу. Он тащит ее. В общем, короче, я буду знать, что мне нужно в защиту ставить нижний этаж по максимальной защите. Потому что они все равно здесь прорываются именно вот с этого короткого пути. Поэтому здесь не генераторы должны стоять у меня, а как можно больше, ребята, ловушек. Я думаю, вы понимаете, да, о чем идет речь. Так, у меня еще тут энергии нету. Давай генератор быстренько с вами активирую, хоть что-то будет видно. И хотелось бы мне надеяться, что они не убегут от меня. По крайней мере, принцессу я должен спасти, постараться. Их тут не так уж и много, как мы видим. Давайте я буду везде ловушки расставлять. Так, тут у меня гарпун, тут у меня еще, не забывайте... Да все должно быть хорошо, по идее. Так, он сейчас вот здесь вылезет, будет прыгать. Угу, ладно. Мы это предположим, ребята. Плюс у меня гарпун стреляет, как вы видите. Я вот так вот делаю. Так, этого мы сейчас тоже подобьем. Да, бонус, конечно, мы с вами здесь не получим, это факт. Зачем я сюда ставлю шипы, если он сейчас будет наверх ползти? Зачем я это делаю, а? Так, и вот последний у нас тут три рыцаря, так скажем, да? Ну, где мои вообще все генераторы? А, вот они, все генераторы мои. Да, мы спасли принцессу, но тем не менее, ребята, бонус у нас будет неполный. 250 всего лишь монет мне дали. Что мы можем с вами улучшить? Мы можем улучшить токсичную вот эту вот ловушку, да? Давайте, наверное, ее и пропаем. Я раньше всегда делал так. Я пропал вначале все вот это вот. А потом уже на что у меня деньги были, допывал остатки. Также вот эти вот ловушки сказали, что акула классная. Но ее пока не открыто у нас. Мы все это, ребята, будем с вами тестить, смотреть в обязательном порядке. Ну, а на этом, пожалуй, я буду и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!